Высокие технологии. Современные финансовые инструменты. Все богатство мира на одной площадке. Pocket Option. Самый надежный брокер в СНГ. Каждая секунда дарит тысячи шансов тому, кто стремится к успеху. Бросает вызов финансовым рынкам. Выбирает надежность. Контролирует риски. Использует все возможности. Берет у профессионалов лучшее и создает свой стиль торговли. Pocket Option. Высокие финансовые технологии. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить с индикатором для бинарных опционов QMT 2.0. Индикатор QMT 2.0 создавался для использования в торговле бинарными опционами и основан на уровнях, сигналах и тренде. Уровни в данном инструменте используются сразу со всех таймфреймов, что делает их более точными. Также в индикаторе есть панель с показателями других стандартных инструментов для трейдинга. Обратите внимание, что этот индикатор является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать абсолютно бесплатно. Устанавливается индикатор в терминал MetaTrader 4 стандартно. Подробную инструкцию по установке индикаторов в терминал MetaTrader 4 можно посмотреть в нашем обучающем видео. Ссылка на видео будет в описании. Обзор и настройки индикатора QMT 2.0. Индикатор основан на классических принципах, которые являются неизменными. И это ликвидность, тренд, мультифреймовый анализ, реакция цены. Совмещая в себе эти факторы, можно получать более-менее стабильные сигналы в любой фазе рынка. Теперь поговорим о сигналах индикатора и появляются они при подходе цены к уровням. Но обратите внимание, что если сигнал появляется на одиночном уровне, то он является очень слабым и лучше его не рассматривать. Для торговли нам нужно искать сигналы, которые появляются на скоплении уровней поддержки и сопротивления. Если у нас есть зеленый уровень и рядом с ним есть белые или желтые линии, такой сигнал можно считать сильным, так как белые и желтые линии – это уровни со старших таймфреймов H1, H4 и D1. Также можно видеть и пунктирные линии, которые являются уровнями пивот и дополнительно подтверждают силу. Справа на графике располагаются панели тренда и индикаторов. Панель тренда – это дневная свеча, которая при белом цвете говорит о восходящем тренде, а при синем – о нисходящем. Ниже панели тренда есть панель с показаниями базовых инструментов. Это Stochastic Oscillator, RCI, CCI, Volume, ADX, Bulls Bears Power. Каждый из перечисленных выше параметров можно поменять в настройках индикатора, которых очень много. Поменять можно цвета всех элементов, включить или выключить показания индикаторов, тренда и уровней. Также можно настроить алерты и многое другое. Правила торговли по индикатору QMT 2.0 для бинарных опционов. Несмотря на обилие настроек, уровней и других показателей, правила торговли бинарными опционами по индикатору QMT 2.0 очень просты. Но прежде всего стоит помнить о том, что такое тренд. Полезно будет изучить, как работает тренд на рынках, определение и использование бычьего и медвежьего тренда, смены фазы рынка, как определить флэт на рынке. После того, как вы разобрались с трендовой торговлей, можно перейти к самим правилам торговли по QMT 2.0. Для покупки опциона Call необходимо соблюдать следующие условия. Первое. На панели тренда свеча окрашена в белый цвет и торгуется выше цены своего открытия. Второе. Цена подошла сверху вниз не к одному уровню, а к скоплению уровней. Зеленая зона, белые и желтые линии, пунктирные линии. Третье условие. Появляется сигнал, стрелочка направленная вверх. Для покупки опциона Put необходимо первое. На панели тренда свеча окрашена в синий цвет и торгуется ниже цены своего открытия. Второе. Цена подошла снизу вверх не к одному уровню, а к скоплению уровней. Зеленая зона, белые и желтые линии, пунктирные линии. Третье. Появился сигнал, стрелочка направленная вниз. В обоих случаях стоит использовать экспирацию в 3 свечи, а таймфрейм M5 или M15. Заключение.
Индикатор QMT 2.0 является комплексным инструментом и способен выдавать точные сигналы, основанные на уникальных алгоритмах анализа графика, уровней и тренда. Несмотря на это, его обязательно надо изучить и настроить под себя, после чего протестировать на демо-счету на разных активах и таймфреймах. Не забывайте, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит соблюдать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на указанные ресурсы вы можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо за внимание, успешной торговли!